тяжелая игра. Вот знали, что у «Динамо» вторая игра подряд, постарались сыграть активно. Вот, владели преимуществом, территорией. Вот. Во втором периоде, конечно, плохой отрезок был, когда пропустили две в меньшинстве. Вот. Ну, хорошо, что забили три в большинстве. Вот, в овертайме хороший гол забили. Вот, ребят, с победой. Очень важная и нужная победа для нас. Спасибо. Дмитрий Нестеров, вопросы? Да, Анатолий, скажите, пожалуйста, можно прокомментировать немножко последние трансферные события в «Северстале»? Отказались от «Бугарца», подписали Колина. Можно повторить вопрос? Можно прокомментировать не в двух словах последние трансферные события в «Северстале»? Отказались от «Бугарца»? В двух словах последние трансферные. Мы видели, что Митчелла выставили на трансфер. Вот, с Робертом договорились, Букерцем. Вот, ждем Митчелла в наших рядах. Спасибо. Еще вопросы? Вот именно, чем он вас, какие качества его заинтересовали вас? И чего вы ждете от него именно, от Митчелла? Качество Митчелла, да, заинтересовали, и что вы ждете от него? Ну, мы его еще летом рассматривали, вот, но он дорогой был для нас, сейчас цены поменялись, вот, он снайпер, у него хороший кистевой бросок, нам нужен как снайпер, да, причем праворукий, так и центральный нападающий, у нас сейчас проблемы, травмы пошли, поэтому... Поменяли праворукого крайнего нападающего на праворукого центрального. Здесь все логично. Центральный нападающий – это ключевая фигура. Поэтому ждем как можно быстрее его. Спасибо. А что он здесь? Натворил, что ли? Спасибо. Еще вопросы? Нет, спасибо. 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 Акцентированные журналисты, добрый вечер, уважаемые журналисты, продолжаем нашу пресс-конференцию. Петер Скудер, главный тренер «Динамо» Рига. Сначала по-латышски, потом на русском. Вот, Петер. Jā, nu, ļoti smags spēle priekš mums otrā diena pēc kārtas un pret tādu ļoti slidojošu komandu. Muļķīgi noraidījumi. Ko mēs šodien atkal saņēmām. Ļoti daudz noraidījumus mēs saņemam pēdējā laikā. Mums ir jāuzlabo disciplīna. Mēs ļoti viegliprātīgi momentos spēlējam. Tad mēs savus nūjus nekontrolējam kājas. Es nezinu, jā, bet pret tādu komandu, jā, kur daudz bija jāslido, iedot tik daudz minūtes spēlēt viņiem vairākumā, protams, tas ir ļoti, ļoti grūti. Bet nestoties uz to, mēs līdz galam cīnījāmies, jā, centāmies saglabāt spēles plānu, sapratām, ka diezgan daudz šodien pienāksies spēlēt aizsardzībā. Principā 5-5, jā, mēs tikām galā ar to, jā. Tikām galā ar to, bet nestoties uz to, jā, es varēju saku Šķeļiem, kur teikt paldies, tāpēc, ka otrā spēle pēc kārtas, viņš šodien viss cīnījās nevienu mirkli, jā, nebija tā, ka kāds nolaid rokas, jā, atšķirībā no pagājušās spēles mēs iznācām no pirmām minūtēm, sekundēm gatavu spēlēt uzreiz, tas tāds pozitīvs moments. Да, второй матч подряд для нас был очень сложный нам, потому что Череповец очень такая катающая команда. Для нас, конечно, было сложновато сегодня. Но вот эти удаления, да, которые мы зарабатываем, столько минут штрафа мы зарабатываем, это просто ужас, да, и эти такие легкие удаления мы зарабатываем. То мы цепанем, то еще клюшка куда-то пойдет вверх.
Здесь, конечно, дисциплина у нас должна стать лучше однозначно, потому что очень много сил мы тратим, играя в меньшинстве, мы пропускаем голы, играя в меньшинстве. И, конечно, ломаем свою игру. Но, тем не менее, да, ребята сегодня отдали много сил. При игре 5 на 5 мы знали, что нам придется где-то побольше обороняться сегодня. Понимали, что физически, конечно, Северсталь будет лучше нас выглядеть. Организация игры 5 на 5 мне понравилась сегодня. И самоотдача, конечно, с первых смен сегодня у нас была на хорошем уровне. Спасибо. Полез. Юсиота, ваши вопросы? Дмитрий? Петрис, показал, что три разных было совершенно периода, да, второй был такой насыщенный событиями, и Динамо, в принципе, показало, что может и забивать, и играть, да. Почему в третьем периоде вот практически не было голевых моментов, и вы, ну, может быть, даже не попытались склонить чашу весов на свою сторону, или это просто не получилось, или была такая установка? Ну, во-первых, 4 минуты штрафа, да, в третьем периоде. И то, что, конечно, второй матч подряд нас просто не хватило сегодня физически. Тут надо отметить этот момент. Опять же, еще противник такой, да, который, ну, очень здорово катается, да, Череповец, наверное, одна из тех команд, которая, по моему мнению, самая такая быстрая на коньках, да. Поэтому здесь, конечно, мы прекрасно понимали, что второй матч подряд за 2 дня нам выйти еще на третий период и где-то кого-то задавить, да, как мы сделали, например, в прошлой игре, да, где мы перехватили инициативу за счет движения. Но мы понимали, что сегодня нам это не по силам, да, поэтому мы хотели сыграть больше на результат. Но, опять же, удаление нам немножко не дали, скажем так, наверное, сыграть чуть более уверенно третий период, но тем не менее... Тем не менее, я считаю, что все, что могли, мы сегодня сделали на льду. Kāpēc mums trešais periods izdevās tāds, nu, teiksim tā, visvājākais laikam, ja? Nu, tāpēc, ka pirmām kārtām otrā spēle divās dienās, ja? Un fiziski mēs sapratām, ka mēs te nevaram pret tādu komandu, tieši īpaši kā Čerpovec, manā skatījumā tā ir viena no tādām mobilākām, ātrākām komandām uz slidām, ka mēs nevarēsim te vienkārši, nu, kā saka, ja mēs skatāmies traktoru spēli, pat jāpagājušo, ka mēs spēles otro pusi, principā fiziski, jā, teiksim, tā noēdām pretinieku, bet šodien sapratām, ka tas mums vienkārši nav pa spēkam. Un mēs trešo periodu gribējām pirmām kārtām nospēlēt uz rezultātu. Jā. Nu, tas kaut kur izdevās. Jā. Atkal noraidījums bija tāds nevajadzīgs. Jā. Tāpēc, nu, neskatoties uz to, es varēju saku, jā, Čaļi principā izpildīja visas tās prasības, ko mēs gribējām redzēt šodien. Paldies, спасибо. Еще вопросы? Вел ялтаем? Ялтаем вайрак, но полез, Петер? Я, полез. Продолжаем нашу пресс-конференцию. Игрок команды «Северсталь» Егор Морозов. Пожалуйста, короткий комментарий об игре. Ну, хорошая игра, важная игра для нас была, и как для команды, и также в кубковой зоне, потому что у нас были неудачные игры. Хорошо, что сегодня выиграли. Очень важная победа, мы очень рады. Спасибо. Дмитрий, вопросы? Петунина поздравили уже сегодня с рекордом, или вы не в курсе? Ну, я не знаю, может, кто-то в курсе, может, кто-то не в курсе, но никто не поздравлял, я думаю, мы поздравим. Он молодец, хорошо играет. Mm-hmm. Можно немножко по решающему голу? Это какая-то домашняя заготовка была, именно на овертайм, такая комбинация? Ну, мы на тренировках много играем 3 на 3, отрабатываем этот аспект, так сказать. И просто там хорошая контратака получилась, хороший пас и гол. Еще вопросы? Дмитрий? Все, спасибо. Дальше спасибо. Я задал вопрос, может, да? Предельная мощная серия. Как настрой вообще у команды? Ну, конечно, настрой боевой. Очень важная для нас домашняя серия. У нас 2 игры с прямыми конкурентами и 2 очень тоже хорошие игры. Это будет очень хорошая домашняя серия, и нам нужно как можно больше взять очков. И сегодняшняя игра, я думаю, даст нам этой уверенности после неудачных игр. И мы должны хорошо провести эту домашнюю серию.
Спасибо. 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 Turpinam mūsu preskonferenci, padaržanāšu preskonferenciju. Jānis Šonenbergs, nepadaršīja Dinamo Rīga. Lūdzu, īsts komentārs par spēli. Sākām mēs aktīvi, mums beidzot sanāca labs starts, bet jā, mums nepavietās, ka mēs ielaidām uz periodu beigām, tas mums nedaudz tā kā tādu triecienu uz otro periodu, bet jā, pēc tam mēs saņēmāmies, iemetām pirmo, otro, tad tā spēle jau aizgāja tā kā mūsu sliedēs. Ну, из потока. Я переведу. Начали активно, были моменты, к сожалению, пропустили на самой концовке первого периода. Во втором периоде играли лучше, забили один, второй гол. Ну, пошла игра как бы по такому пути, какому хотели, но в конце немножко не хватило. Вопросы есть, Дмитрий? Да, какие эмоции от первого гола в КХЛ? Забрал ли шайбу себе? Сапрэд? Я салат рипу, на эмоции, продам, спатикам, ступецка, так как ты имеешь то первого гола, то сэн мэр то палекс от меня, он, я, он вал имест, но тады майнс бедрам, ка паршинс, то виспар, так как дод лабс эмоции. Да, первую шайбу забрал, ну, эмоции самые позитивные, потому что первая шайба в КХЛ, но она всегда останется в памяти. И еще то, что забросил шайбу, играя вместе с такими партнерами, как Денис Паршин, это дополнительный плюс ко всему этому. Да, команда играет неплохо в последние матчи, но все равно серия поражений продолжается. Насколько это вот давит на команду психологически? Собрать? Ну... Psiholoģiski tas varbūt tik ļoti neietekmē, mēs cenšamies katru spēli uzvarēt. Varbūt mums dažas spēles sanāk tā, ka mums nav tas labākais starts, bet pēc tam, kad mēs jau sākam no otrā perioda cīnīties, tad mums tā spēle aiziet. Mums vienkārši jāsāk ir uzreiz no pirmajām minūtēm cīnīties, un tad arī nāks tās uzvaras. Psiholoģiski, kad bija davēt, nu, ne nastolika, prosto ne vse igra получается начинать с первой минуты, потом уже эта игра как бы вкатывается, и играем очень хорошо. Главная задача, наверное, чтобы прервать эту серию, начать играть с первой до последней минуты. Спасибо. ОДС? Спасибо.